Анжела! Анжела, сделай музыку потише, я пойду к себе в комнату помолиться. Хорошо, Гарри. Господи, я хочу исполнять твою волю. Скажи мне, что бы ты хотел... Гарик, тут Рома пришел. Он спрашивает, нет ли у нас ненужной одежды для приюта. Может, твою старую кожаную куртку отдадим, а? Еще чего? Я ее еще, может, продать смогу. Хорошо, я скажу, у нас нет ничего. Господи, да будет твоя воля. Только укажи мне путь. Рома еще сегодня вечером участвует в раздаче еды. Спрашивает, можешь ли ты нам помочь? Слушай, я что, сумасшедший, по-твоему? Стоять на морозе 2 часа в субботу? Хорошо, я скажу ему, что ты занят. Прекрасно. Господь, я хочу творить великие дела для тебя. Гарик, Петрович звонит. Его выгнали из общежития. Он спрашивает, может ли он у нас переночевать? Еще чего? Петрович свинья. Пусть позвонит Роме. Хорошо. Господь. Все, что ты пожелаешь, только скажи. Молитва — это больше, чем слова.